Всем здорово, чуваки, и сегодня поиграем PES 2017 Pro Evolution Soccer. Наконец-то давно ее не выходил мобильной версии, и вот наконец-то мы дождались. Но я уже поиграл, и, короче, она мне не понравилась. Почему-то в этом году все компании, которые выпускали футболы, FIFA выпустила FIFA Mobile, я по нему не записывал. Ну, тоже FIFA Mobile кал. PS17, она красивая, физика более-менее, но управление конченое. Я вам покажу, я просто вчера пару раундов поиграл, но это просто нервы. Не знаю, что вам еще сказать. Собственно, погнали. Видите, все по-китайски. Русского языка, кстати, нету. Не, не все, а вот такие таблички иногда выпадают. Так, ладно. Поехали. Покажу вам, собственно, матч. Ну вот видите, энергия есть сверху. Золото еще. Короче, две валюты, энергия. Ну, круто. Ладно, короче, игра, естественно, бесплатная, free to play. Ну, вы еще не увидели управление. Давай, давай, давай. Если у меня сейчас буду материться, извините, пожалуйста. У меня просто пригорает от этой игры, не знаю. Управление нельзя изменить. Только такое. Ну, видите? Ой, я звук-то не включил. Что-то я даже не обратил внимания. Давай. Блять. Ну, конечно, управление вообще, блин. Вон написано, как вот сверху таб. Ну, гол забил. Так. Эй-эй-эй! И вот эти вот подсказки какие-то выпадают, вот это вообще еще и больше бесит. Эй! Было бы и забить. Давай. Не знаю, зачем ей засирал такую игру. Блин, нахрен. Короче,
Если они сделают просто обычное управление, добавят, игра будет отличная. Ну, не, это, конечно, пусть тоже оставят, ну, пусть оставят выбор, но не вот это один вот это управление конченое. Может, кому-то и понравится, но мне вообще просто, блин. Ой, головой, по-моему. Чё, даже цветка нету, блин. Ох ты, сука. Это был охрененный бы прострел. Ну. Блин. О, ништяк. Ну давай. Давай бей, ты чё, блин? Да блин, чё такой сильный ты, блин? Да ёп! Блин. Давай второй матч. Ой, второй тайм. Блин. Да чё ты делаешь? Чё? О, сука. Да блин! Опять этот офсайд. Куда ты идешь-то, блин?
Что ты вообще задолбал, нахрен ты мне? Дах ты ёб... Долбоёб. Блин, забью хоть я. Yes. Ну, я уже более-менее начал придрачиваться к управлению, поэтому еще как-то более-менее играю. Ай! Желтую? Нет. Сука. Офсайд. Да блин. Ах ты, сука. Да, яй-яй-яй-яй. Блядь, даже не прыгнул за ним, блин. Можно было забить. Сучка. О, вот это самое крутое. О, нифига себе. Yes! Вот сейчас я доволен этим матчем. Ну, ребят. Блин, было бы обычное управление, было намного бы лучше. Все. У меня больше нет слов. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Ну, сейчас мы еще доиграем. Еще 3 минуты добавили. Собственно, все. Это типа Месси? Да. Похоже. Ладно, всем пока.